человек, кому телефон разрядился, может знать срочно 17 человек, написать фотку без проблем. Спасибо. Интернетом воспользуйтесь? На 2 месяца бесплатно. Спасибо. Оказаться на месте встречи без доступа к сети и не знать номер телефона – такое может случиться с каждым. Несмотря на огромный выбор на рынке смартфонов, исключением в этом правиле не станет никто. Мегафон не так давно предложил своим клиентам один из самых бюджетных устройств на рынке LTE-смартфонов. Это Micromax Canvas PES 4G на базе новой версии операционной системы Android 5.1. Преимущество предложения заключается в том, что в стоимость гаджета входит социальный пакет с тарифной опцией Internet S, в которой интернет уже подключен на несколько месяцев. Пришел на встречу с товарищем, но телефон разрядился. Надо было ему срочно написать в аккаунт. И молодой человек подошел к молодому человеку, он мне помог. Очень доволен. Есть добрые люди. Человек попросил, а мне не жалко. Тем более купил недавно, стоит недорого. И раньше трафик считали, а сейчас нет. Модель работает на базе 4-ядерного процессора с гигабайтом оперативной памяти и 8 гигабайтами внутренней. В телефоне заложена уже традиционная поддержка 2 сим-карт, 2 камеры, задняя и фронтальная, 2 вариации цвета задней крышки корпуса. Кроме того, он удобен для руки, а внешний вид не отстает от современных тенденций. А для водителей Мегафон предлагает удобную возможность, которая в прямом смысле означает сесть и поехать. Об этом невольно задумываешься всякий раз, когда изо дня в день приходится месить лужи, грязь или снег, и что особенно актуально сегодня – скользить по дорогам. Не дать грязи обнять сапоги и уберечься от травм в таком случае может помочь только передвижение на автомобиле. А вот сесть и сразу поехать в нужном направлении теперь может помочь и Мегафон. Оператор анонсировал специальное предложение для водителей. Комплект, в который входит 7-дюймовый планшет Oyster T72HM на платформе Android 5.1, универсальное автомобильное крепление и зарядное устройство. Также в предложение входит тарифная опция Internet S на 3 месяца, подключить которую можно как уже на действующую сим-карту Мегафон, так и на вновь приобретенную. И самое главное, что сотовый оператор предлагает такую акцию на действительно выгодных условиях. На официальном сайте Мегафон цена комплекта составляет порядка 3000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться устройством сразу после покупки, современный планшетный компьютер предусматривает уже установленное навигационное оборудование – Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, а также ряд других популярных приложений. Такой планшет по праву может стать хитом, ведь его стоимость без акции составляет порядка 4000 рублей, что дороже комплектного предложения. А сразу после покупки достаточно вставить сим-карту с подключенным интернетом, включить устройство, закрепить его на стекле автомобиля и можно сразу пользоваться. Работа устройства в сети подвижной связи гарантируется только сим-картой Мегафон. Стоит принять во внимание, что при первом подключении планшет не потребует ни сим-карту, ни Wi-Fi. И это очень удобно. Мастер первоначальных настроек, где предлагается подключиться к сети, создать аккаунт и произвести ряд других действий, можно пропустить. Планшет – это не только навигатор, но и устройство с большим набором возможностей. Например, при подключении собственной USB-флешки можно наслаждаться просмотром любимых фильмов. Учитывая то, что это самые доступные в России гаджеты с поддержкой сетей 4-го поколения, они отвечают всем сегодняшним требованиям и стандартам, а доступные функции позволяют раскрыть все возможности для ваших нужд. Марина Позднякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».